Всем здорово. Ну что, возвращаемся в современные корабли? А что у нас по двум задачам? Так, победить, не потеряв корабль три раза. Нормально, можно заходить в вражескую базу и выиграть 10 раз. Плохо, не уничтожить корабли. Понеслась. Сейчас, может, прокачаемся и кораблик все новый купим. Эй, бля. Я думал, все будут команды из задних кораблей. Начать боевую операцию. Ведение огня разрешается. Приготовиться к набору скорости. Ожидаю захвата цели. Прием.
подъем. Неплохо. Значит, нам 14 надо. Не выполнил задание, не потеряв корабль. Шахты поролоновой. Произведен захват цели. Перезаряжаем. Перезарядка. Ожидаю захвата цели. Прием. Произведен захват цели. Перезаряжаем. Все время побеждать. Их особо-то в принципе не используем.
Там ничего их нету, что ли? Все, теперь я все это купил. Раз я все это время... Что у нас? Мне кажется, еще что-то босиком воевал. Торпеды, ракеты и все есть. Всему экипажу приготовиться к бою. Приготовиться к набору скорости. Они ракетами стреляют, это понять не могу. Произведен захват цели. Внимание! Запуск ракеты! Произведен пуск ракет! Перезарядка!
Перезарядка! Допекал, как ракетами пользуются, как торпедами. А, ну все. Еле-еле перепрыгнул. Ладно, давайте, наверное, на этом мы остановим. В принципе, охотненько сегодня получилось повоевать. Ладно, тогда давайте, ребята, все. Всем счастливо. Увидимся на море.